В Казанском музее изобразительных искусств состоялось открытие выставки «Чудотворный казанский образ Богоматери. Казанский Богородицкий монастырь». О церемонии открытия, а также об уникальных экспонатах, рассказывающих о жизни воссоздаваемой обители, наш следующий сюжет. Целый век мы разбрасывали камни, рушили своего народа, своей культуры, своей истории, своей веры. Что дальше? Дальше по крохам собирать и созидать. Открытие выставки началось еще на входе в Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан. Экспозиция – это совместный проект нескольких музеев и еще одна ступенька по возрождению собора Казанской иконы Божией Матери Казанского Богородицкого монастыря. Торопитесь внести лепту в строительство воссоздания Казанского собора на месте явления Богоматери. Торопитесь, можете не успеть. Пройдет время, а собор уже стоит. Это, безусловно, значимый проект для республики, и мы все вместе приложим все усилия для его реализации. Экспозиция объединяет святыни Казанского Богородицкого монастыря, редчайшую живопись и графические произведения, архивные материалы, предметы декоративно-прикладного искусства XVI и XIX веков, а также археологический материал, обнаруженный при раскопках Богородицкого монастыря. Выставка продолжит свою работу до 30 сентября.